В Жамбылской области через расширение индустриальных зон будут созданы дополнительные благоприятные условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Для этого местные власти рассматривают широкий спектр возможностей привлечения инвестиций для полного использования этой зоны. Эти и другие вопросы были подняты в ходе заседания в Акимате области. В Жамбылской области площадь, запланированная на индустриальную зону, составляет 40 гектаров. Сейчас здесь намерены вести свою работу только две компании. Один из них – ТО «Достек». Предприятию требуется около 60 земельных площадей по 1,5 гектара для строительства литейных цехов. Часть суммы – 1 миллион тенге, чтобы для проведения уже аукциона определить проектировщика. И ориентировочно в феврале у нас ПСД завершится, чтобы попасть на уточнение следующего года, и уже строительство будет примерно, в течение следующего года должно завершиться. По данным Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, на сегодня на территории области имеется 46 пустующих объектов, находящихся в коммунальной собственности. Практически в каждом из них необходимо провести ремонтные работы. В связи с этим на эти цели необходимо предусмотреть средства из местного бюджета. Нужно будет, да, все то, что вы сейчас сказали, вон, наверное, перенести на бумагу и в виде какого-то рабочего графика, что мы утвердили, чтобы на словах все это было. Конкретные сроки, конкретная операция, конкретный вид работ с исполнителями. Несмотря на это, со стороны бизнесменов наблюдается низкая заинтересованность. Аскар Мырзахметов отметил, что необходимо всесторонне рассмотреть данный вопрос и продумать передачу свободных объектов на другие бизнес-цели. При этом было предложено максимально использовать возможности программы «Дорожная карта бизнеса», срок которой продлен до 2025 года. Мадияр Серик, Нурлан Абдыкерим, Адильбек Самаликов, 77 News.